Ну і сьогодні до нас завітала наша постійна гостя, психолог Анна Демір-Паладжі. Вітаємо її у нашій студії, бо дійсно тема досить актуальна і дуже важлива. Давайте спочатку, я думаю, розберемося, що ж таке булінг, що це взагалі за поняття, як його розуміти людям, от, звичайно. Ну, сегодня ввели это понятие, оно означает давление психологическое, моральное, физическое давление, которое может испытывать ребенок в школе. Но чаще всего в школе, иногда можно говорить про буллинг также в университетах, институтах, колледжах. То есть это сегодня распространенное понятие, которым сталкиваются дети, подростки и немножко старше также, дети в юношеском возрасте. Чому він починається? І як батькам визначити, що їх дитина стала жертвою булінгу? Може, є якісь психологічні ознаки цього? Тому що діти інколи від нас приховують деякі моменти. От давайте розберемося в цьому. Конечно, ребенок чаще выглядит подавленным, когда, да, он испытывает такой буллинг. Кроме того, часто становится плаксивым, плачет, раздраженным. То есть у ребенка явно меняется эмоциональный фон. И тогда, конечно, родитель должен прояснить, что же такое происходит с ребенком. Иногда ребенок не хочет идти в школу. Прямо он говорит о том, что у меня там болит голова, болит живот. Вплоть до таких вот сильных соматических проявлений. Это вот тоже очень часто. Потому что дети такие действительно начинают страдать. Слухай, дійсно страшно. І отже, перші симптоми – це якщо він вже не хоче йти до школи. Уже не хочет. Ну, часто, понимаете, надо разбираться, что же происходит с ребенком. Ну, как бы, да, стоит за этим, но за этим может очень часто стоять какая-то проблема. Тут в мене одразу виникає проблема. Питання. От буває, що діти от кажуть, та ні, все нормально, просто там живіт були там чи ще. От як його вивести на цю розмову, щоб поговорити от, і з'ясувати, що щось відбувається? І хто найчастіше стає жертвами такого булінгу в школах? Ну, во-первых, чаще всего ребенок может открыться, когда вы поговорите про его чувства. Опять же, заметите, как он себя чувствует. Я чувствую, что, или мне кажется, да, что ты достаточно расстроен. Я вижу, что каждый день ты выглядишь не сильно радостным, когда идешь в школу. Я не переживаю так же, как и ты, что же происходит. И мне очень важно тебе помочь. И даже если тебе, может быть, что-то страшно мне сказать, или ты... Тебе стыдно, да, может быть, ты боишься, что это не, будет не принято. Я готова тебя принять, я готова с тобой поговорить и готова помочь. То есть мы, хотя бы я могу разобраться, если ты проявишь свои чувства и расскажешь, что за ними стоит. Ну, то есть как бы дать ребенку понять, что вы готовы его поддержать, а не наказать или там поругать, что ты не такой, да, что не можешь справиться. То есть ребенок должен чувствовать вот эту поддержку в семье. И часто, кстати, вот как раз дети, которые испытывают буллинг, замыкаются и попадают под такую категорию. Действительно, дети, которые, ну, немножко не такие, как все, правильно? То есть они не успевают, например, так хорошо в школе, если, например, класс в общем успевает неплохо, да, идет ввысь, или там сильная конкуренция в классе, у него не получается. Это ребенок, может быть, знаете, имеет какие-то физиологические недостатки, ну, например, там полненькая девочка или мальчик, да, то есть над ним могут уже издеваться как-то, то есть как-то смеяться над ним, подсмеиваться, это может переходить в такое состояние уже буллинга, да. Или, например, дети, с чем я конкретно сталкивалась, потому что работала с классами, и я наблюдала вот таких вот детей, да, девочка, например, которая плохо слышит. И, скорее всего, она из бедной семьи, так плохо одета, не очень ухожена. И дети, кстати, тоже не очень ухоженные, тоже попадают в эту категорию. Да, и потом дети, которые очень-очень впечатлительные, очень-очень сильно чувствительные, их легко задеть, и, естественно, там будет какая-то реакция. А у агрессора очень важно подпитаться вот этой реакцией слезами, обидой, неспособностью ответить. Ну, собственно говоря, вот такие общие показатели, да, то есть дети, которые отличаются. Я вам сегодня принесла такую книжечку, которую написала девочка Айджа Майрак, насколько это новая книга, она выпустила ее недавно, и книга называется «Почему я?». Это как раз история девочки, которая вот страдала от буллинга очень сильно. У нее были свои там физические недостатки, но она смогла это преодолеть. Ну, вот она, кстати, отличалась тем, что она была толстенькая, да, то есть и в классе поэтому какие-то физические особенности повлияли на то, что над ней начали издеваться очень сильно. И это действительно может продолжаться очень долго, если родители на это не... Дети действительно замыкаются, они могут уходить в себя. И родители, когда это замечают, и если вдруг ребенок не раскрывается, просто обязаны пойти в школу, узнать, что происходит. А от, ще питання, от, да. Вчителі, як мають же, коли мають реагувати, як вони це помічають, і що мають вже робити на перших стадіях, можливо? Я думаю, всі помічають, але деякі бувають, у мене навіть були випадки, коли в школі були такі цькування теж, діти,
Я, правда, до них не відносилась взагалі ніяк, була така нейтральна. Але було, що і були сильніші, школярі були слабші, і вчителі інколи взагалі не помічали. І як вони... Сьогодні це така дійсно велика проблема і задача серед школ. И среди учителей. Учителя настолько сегодня сориентированы сильно на уровень учебы, что обратить внимание на тот эмоциональный фон класса достаточно сложно. То есть класс, понимаете, детям эмоциональный фон, который они приносят в класс, это опять же эмоциональный фон, который нам приносит семьи. То есть, естественно, когда вы видите, что дети постоянно ссорятся, постоянные конфликты, нужно поднимать этот вопрос. Кстати, сегодня в Фейсбуке, в соцсетях была очень интересная статья, где одна из учительниц просто каждую пятницу собирала от детей, такое делала небольшой вопрос и собирала их ответы. И вопросы были в чем? С кем бы ты сел на следующей неделе за парту, например, да, такой вопрос. А с кем бы ты хотел на следующей неделе, может быть, выступить перед классом, да, или кто, ты считаешь, на этой неделе отвечал и показал себя ярче всех. И тогда она смотрела, это она такая делала небольшой опрос, и она видела, какие дети попадают, если вдруг она не замечает, под категорию тех, которых не принимают, то есть кого не берут с собой, да, кого с собой не возьмут, кто останется вот за этой категорией. За этой категорией, кстати, сейчас остаются отличники, то есть ботаники, знаете, как говорят, то есть да, очкарики, ботаники, опять же, вот как бы такое название, да. То есть потому что они сильно стараются, они выделяются, и, например, я когда тестировала таких детей, такие дети говорят, что им все нравится, все подходит, все предметы самые лучшие. Ну, конечно, обычные дети, даже которые там хорошо стараются учиться, нет, они слышат себя и знают, что-то им нравится, что-то нет. А в данном варианте, да, когда вот отличник сильно-сильно старается, это чаще не его позиция, а родительская, что все нравится, все хорошо, все самое лучшее, мне все нравится, я самая, как бы, вот, ну, я тот ребенок, который все у меня идеально. Да, и тогда, конечно, тоже начинают на это обращать внимание дети. Не нравится, что кто-то себя позиционирует. Как это может быть? У тебя все прямо там идеально, тебе все нравится. Дивіться, а чи має який вплив на подальше життя отаке цькування в школі? Тому що переважно статистика показує, що 44% – це діти у віці 11 років, 15 років. Як в подальшому житті? Це забувається, чи має якийсь вплив? Як вилікувати дитину от після такого булінгу? Ну, от здесь очень важно именно, как украинское слово, да, есть такое очень хорошее, втручатися. Втручатися. Втручатися и быть рядом с ребенком. И вот знаете, что в таких классах, где это происходит, здесь настолько должен быть глобальный подход, то есть, и вот хотела бы сказать родителям, да, некоторые родители начинают как-то поднимать вопрос в классе, да, что нужно, может, проводить какие-то мероприятия совместные для детей, здорово, отлично. Но здесь должна проводиться систематическая работа, когда будут психологом, школьным психологом, искать еще другого психолога, который будет проводить именно работу на командообразование, на поднятие вот той заботы, понимания друг друга. Вообще все направлено на то, чтобы формировать эмоциональное здоровое поле в этом классе. И тогда, конечно, будет все уравновешиваться. Я от хочу запитати, що зрозуміли ми булінг, що бідні діти їх цькують, а якщо ваша дитина та, хто займається булінгом, от як бути батькам в цій ситуації? Тому що є дві сторони цієї проблеми. Да, работала психологом в детском лагере, и как раз вот была там такая интересная яркая девочка, которая вот всегда находила способ зацепить и даже ударить, подраться и все такое, да? Смотрите, ну а здесь очень помогает, но опять же это психологическая работа, это группы. Когда мы всеми ребятами, мы не говорим, какая ты плохая, собрались, да, в один круг, и мы поговорили о тех чувствах, которые мы испытываем в этой ситуации. И тогда этот ребенок, который всегда был вот такой железный, твердый, да, она просто расплакалась. Ей тоже стало грустно, она начала говорить о своих каких-то переживаниях и боли, да, что что-то ее не устраивает. Но, по крайней мере, теперь она уже делилась тем, что что-то ей не нравится. Мы могли понять, что нужно сделать, чтобы ей стало лучше, правильно? Вот, то есть, если родитель замечает, здесь очень важно обращать на это внимание, потому что как тот ребенок, который страдает, так и этот ребенок, который провоцирует, он также страдает. То есть, по сути, только у одного ребенка все идет внутренняя агрессия на себя, то есть свое недовольство все идет на себя, а у другого ребенка идет недовольство на других. И, конечно, здесь просто очень важно не говорить, что, ну, она там, мой ребенок, с ней ничего страшного, вот там, как бы, да, то есть, я поговорю с ней, но ничего страшного. Важно обратить на это
это внимание. Mm-hmm. И опять же делиться своими чувствами с ребенком, говорить о ее чувствах, да, что за ними стоит, почему ты, то есть ты себя чувствуешь как-то, что тебя раздражает, что тебе не нравится, и что тебе тогда нужно, какие твои потребности, почему ты начинаешь это делать к этому ребенку, да. Может быть, мы можем что-то найти, что тебе действительно понравится, и ты займешься чем-то другим, и это тебе уже не будет нужным. Но это всегда также перенос вот этого, опять же, эмоционального поля из семьи в класс. То есть ребенок его переносит, это свое раздражение викидывает в школі. В колектив, да, інше, так. Да, да, да. Угу. Інколи може хоче авторитет якийсь свій показати, да? І да. Я, ну, я думаю, що не завжди сильна дитина от займається таким булінгом. Може від того, що вона слабка. Саме цікаве, да. Знаєте, от наблюдала клас, у мене була така можливість, не дуже велике там кількість дітей було. І от якраз сильный ребенок страдал, то есть я с ней работала, она действительно отличалась такими замечательными качествами, это подросток, да, у нее было столько разных возможностей творческих, и она была такой творческой личностью, очень глубокой личностью, да, а когда работала с этим классом, да, то видела, что как раз у девочек не хватает вот этой жилки, да, какой-то творческой, но они находили, чем подцепить именно вот эту девочку, белую ворону, да, которая была в их классе, вот белая mm-hmm. ворона. И как произошло равновесие? Произошло равновесие, когда девочка, которая страдала от буллинга, признала свои творческие качества, начала в себя больше верить, становиться более уверенной. Ну, здесь, конечно, родители обратились к психологу, пошла помощь еще с помощью психолога. Но вот, как говорится, вот в этой книжечке я очень рекомендую почитать и родителям, и подросткам давать ее читать. Девочка говорит о том, что ты должен понять, что никто за тебя не решит твою проблему. То есть тебе нужно самостоятельно что-то делать. И такому ребенку, если он с этим сталкивается, да, конечно, нужно действовать. Но это мы говорим уже про подростков. Да, а когда ребенок угу. маленький, то здесь нужно действовать родителям обязательно. Мы вам дякуємо. Да. Дійсно, питання складне, розбиратися є в чому. Але я от для себе зрозуміла, що треба розмовляти зі своїми дітьми, так. розбиратися в їхніх проблемах і довіряти, щоб вони довіряли нам, а ми їм. Дякуємо вам, Анна Демір-Пилат, психолог. Психолог була у нас ранковою гостею.